Специальное предложение дня – это юбка Равена, юбка плиссе, которую в свое время в моду ввела, между прочим, Айседора Дункан, муза знаменитого Сергея Есенина. Сегодня каждая женщина может почувствовать себя такой роковой женщиной, выбирая для себя юбку плиссе. Появилась эта юбка еще в Римской империи и периодически снова возвращается в моду. В прошлом году, возвратившись на модные подиумы, она не сдает своих позиций. Здесь есть особенности. Теперь в моде юбки плиссе длины миди, как сейчас на мне, юбки, которые закрывают коленочку, но открывают щиколотку. Изящный образ, элегантный вариант для элегантных и модных женщин. Если вы хотите заявить о себе как о женщине, которая разбирается в моде, непременно заполучите эту юбку в свой гардероб. Какой цвет вы выберете, зависит от вас. Палитра сегодня представлена обширная. Я выбираю зеленый цвет, который больше похож на хаки или оливковый, если хотите. В заказе мы с вами выбираем его как зеленый. И действительно, дальше. Каждый из нас сегодня может стать музой, найти свой цвет, например, яркий, необычный, фиолетовый, для тех, кому хочется красок в гардероб и в жизнь. Да, почему бы нет? Образ к этой юбке мы вам представим сногсшибательный. Темно-синий цвет, еще один вариант, который захочет любая женщина, которая выбирает для себя наряд на работу. Ну а вот к праздничным мы с вами отнесем еще и бронзовый. Кстати, обратите внимание, в бронзовом цвете у нас другая фактура. Металлический блеск дает нам больше такого глянца, за счет этого получается фактура будто бы ломаная. Вот именно такое ощущение. Это был бронзовый оттенок. И, кстати, он один из самых популярных оттенков сегодня. Да, это точно. Итак, мой выбор — это зеленый цвет. Дальше у нас есть с вами яркий васильково-синий оттенок. Классика, черный цвет. Многие женщины выберут его для себя, как, например, я сегодня. Базовый со всем верхом подходит. Ты права, если мы берем такую яркую блузу, то черный нам пригодится в комплект. Огненно-красный может стать центром вашего образа сам по себе. Цвет бордо — это тот самый оттенок, который выбирают очень часто для себя женщины статусные. И шоколадно-коричневый цвет горького шоколада. Но сегодня юбки плиссе возвращаются не только в моду, они возвращаются и в наш прямой эфир с максимально выгодной ценой. Еще утром эта юбка стоила дороже, но мы получили скидку. Мы не оставили ее себе, мы отдаем ее вам. Теперь у нас цена 1999 рублей. Для всех, кто заказал ранее, мы сделаем перерасчет. Поэтому сейчас предлагаю поторопиться, уже определиться со своим размером, а в этом нам поможет, как всегда, наш эксперт Лер. Нам тут без тебя никуда. Но здесь все просто. Мы отправимся с вами на подиум, посмотрим там на наших девочек, на их образы и размеры, а после этого выберем свой. Итак, яркие, стильные, необычные решения. Не забудьте, что, выбирая комплекты с нашим спецпредложением дня, вы получаете скидку. Итак, образы на наших девочках. Лали выбирает бронзу, тот самый знаменитый цвет, который стал самым популярным в комплекте с джемпером Августина. Вот вам сезонная решение, пожалуйста, и нарядно, и в то же время тепло и комфортно. Давайте дальше смотреть. Итак, дальше Светлана. Вот он, сдержанный, благородный цвет. Я вам говорила о том, что бордо выбирают статусные женщины. Ну, и, кстати, на нашей смотрится модели, как будто это костюм. Я бы даже не догадалась, что это две отдельные вещи. Поэтому есть смысл, если вы хотите именно такой вариант, выбрать в комплект себе именно на одном цвете. Давайте посмотрим дальше. Наша Оля выбирает для себя тот самый яркий вариант, который сегодня понравился уже очень многим. Праздничный образ. Сиреневый цвет вместе с блузой Маккена в таком же варианте. Но, как мне сообщает наш продюсер, многие сегодня выбирают не один, а сразу два цвета юбки Равена. Один яркий, а второй классический, более сдержанный. И я вас понимаю, ведь сегодня цена уникальная — 1999 рублей. А глядя на наших моделей, мы понимаем, что предложение это сезонное, надо брать сейчас, потом такой цены уже не будет. Вот я нам с тобой предлагаю взять тогда еще по одной юбке. Так. Например, я к своему образу могу взять еще темно-синюю, смотри, получится тот костюм, же монохром. Так. А да, мне тогда как какой? Сегодня очень многим нравится, посмотрите, тон в тон у нас совпадает вместе с блузой Елены. Слушай, а тебе я рекомендую вот коричневый, как раз он очень удачно висит рядом с тобой. Бирюза и коричневый всегда очень хорошо сочетаются между собой. Вот вам еще
4 комплекта сразу же в ваш образ. А вот вам посадка по фигуре, эластичная лента в талии, и это значит, что юбка подойдет любому типу фигуры. Ну а бренд Визель, и это значит, что юбку мы берем с вами четко размер в размер. Вот посмотрите, как просто делать покупки дистанционно. Вы все еще бегаете по магазинам, ищете свою юбку, натираете мозоли на туфельках, но найти не можете, тогда самое время. 9 цветов и невероятная цена. 1999 рублей. Цена, которая сегодня уже стала меньше. Но, Лер, я вот раньше думала, что если на юбке есть складки, то они добавляют объемы, делают нас еще пышнее. А смотрю на наших моделей, понимаю, что для них новогодние праздники прошли абсолютно без последствий. Ты знаешь, вот складки крупные, широкие, на жестком поясе действительно могут добавить объемы. Поэтому барышням с пышными формами так идут юбки плиссе, которые мы выбираем сегодня. Эти юбки благодаря мелким складкам создают вертикали, которые вытягивают наш силуэт вверх. Кроме того, мы с вами видим длину миди, а такая длина, всегда добавляя роста, добавляет нам еще и стройности. Но говоря о бренде, мы хотим поговорить и о качестве. Нам не хочется только говорить, мы хотим его увидеть. Но, пожалуйста, давайте на него посмотрим. Что такое плиссе? Это склады, заутюженные паром под высокими температурами и обработанные специальными составами. За счет чего? Такие склады, посмотрите, не расходятся и не деформируются. Край обрабатывается вот такой тончайшей обметкой американкой для того, чтобы не утяжелять и не портить фактуру плиссе. Но это еще не все. Все время, пока мы с вами разговаривали про подиум и про образы, я эту юбку держала завязанной в узел. Да, ну давай проверим, выдержит ли юбка Равена испытание в прямом эфире. Не помешает ей ли это оставаться безупречной в первозданном виде? Оп, идеальная, абсолютно идеальная юбка. Не помнется, если вы будете в ней сидеть. Ее можно и даже нужно не гладить, и можно стирать в стиральной машине. Ой, вспомните, как мы добираемся до работы. Общественный транспорт, час пик, приходим, уже образ не тот на работе. Начинаем переживать и волноваться. С юбкой Равена вы на высоте каждый день, все 4 сезона. Да и плюс, какая экономия для вашего бюджета. 1999 рублей. Специальное предложение дня – это самая выгодная покупка в течение всех суток. Это отличная возможность решиться на первый заказ. Номер для ваших заказов бесплатный, многоканальный. Сейчас звоним, заказываем и наслаждаемся палитрой из 9 цветов. И выбираем размер в размер. Все очень просто.